Привет, друзья! Приготовим с вами сливочную пасту со шпинатом и курицей. Получается она очень вкусная и лучше, чем в ресторане. Итак, нам понадобится куриная грудка, паста, шпинат, можно заменить свежий замороженным, и сливки. Берите жирные сливки, не менее 20%. Это очень важно. Нельзя заменить 10% или молоком. Это будет влиять на вкус самой пасты. Итак, берем чеснок, примерно 2 зубчика, и вот так мелко режем. Далее берем куриную грудку. У меня была на кости, поэтому мы снимаем мясо с косточки. И нарезаем. Нарезаем мелко, небольшим кубиком. Прям чем мельче вы нарежете курицу, тем лучше. Далее раскаляем сковороду, наливаем масло. Масло может быть растительное, либо оливковое. Хорошенько прогреваем, добавляем чеснок, перемешиваем. Тем временем у нас надо разогреть воду, чтобы она закипела, добавить соль и сварить пасту, как указано на упаковке. Примерно берите 80-100 грамм пасты, смотря сколько у вас будет кушать человек. Итак, чеснок уже почти полуготов. Далее добавляем к чесноку нашу курицу, куриную грудку. Хорошенько все вот так вот помешиваем и даем пожариться минут 7 курицы под крышкой до полуготовности. Далее обязательно нужно посолить и поперчить. Добавляем шпинат, можно свежий заменить замороженным. Огонь немножко убавить, все перемешать под крышкой и довести до готовности минут 7-10. Итак, курица со шпинатом у меня почти готовы. Добавляем жирные сливки 20% и перемешиваем. Смотрите, если вам кажется, что соус стал слишком густой, да, то можно добавить немножко воды из пасты, примерно 50-80 мл. Обязательно посолили, поперчили, это все по вкусу. И даем все это еще хорошенько прокипеть на медленном огне минут 5. Итак, тем временем у нас уже с вами сварится паста. Соус у нас с вами почти готов. Вот такой вот он густой получается. Далее добавляем нашу пасту. И примерно 1 минуту все хорошенько перемешиваем, чтобы паста у нас была вся в соусе. Паста готова. Далее перекладываем в красивое блюдо. Можно по желанию также сверху посыпать сыром, но поверьте, даже без сыра она получается очень вкусная, сливочная, насыщенный вкус. Друзья, вот такая вот вкусная паста у нас с вами получилась. Обязательно попробуйте ее приготовить. Вам она очень понравится. На канале есть еще один вид пасты, ссылочку я вам оставлю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подпишитесь еще на второй канал, я вам ссылки все оставлю внизу под видео. Всем спасибо, что посмотрели мое видео, и всем до скорых встреч!